Привет. Не думаю, что вас нужно вводить в курс дела по поводу ситуации, которая сейчас разгорается вокруг Таркова, после ввода нового издания, его цены и всего прочего. Видео будет про, я так подозреваю, окончательный ответ БСГ на все требования. За прошедшие пару суток таких ответов было по сути несколько. Был пост Никиты на Reddit о том, что владельцы EOT издания получат доп. Плюшки в будущем, которые, к слову, все восприняли не очень адекватно. Был слив в короткой сессии вопрос-ответ вместе с Никитой и одним из эмиссаров англосегмента, в котором тоже ничего хорошего написано не было. И вот сейчас, буквально пару часов назад, во всех социальных сетях компании появился пост обращение главы студии Никиты Буянова к комьюнити. У меня в ТГ-канале ребята уже активно обсуждают это заявление, и ты бы тоже в курсе был про него, если бы был на мой телеграм подписан. Поэтому вот тебе ссылочка. Заходи и будь в курсе всех новостей по поводу Таркова и не только первым. Итак, что нам сообщил Никита? Погнали посмотрим. Всем привет! Позвольте чуть более подробно прояснить ситуацию относительно владельцев EOT-версии и доступа к кооперативному режиму, а также других актуальных вопросов. Прежде всего, PvE-режим — это не DLC. DLC в нашем понимании — это крупные дополнения к игре, включающие в себя различные функциональные возможности и контент, которые выходят после официального релиза игры в виде тематических DLC-паков. Например, DLC «Жизнь Дикого», которая добавит множество новых механик и контента для геймплея и левелинга за Дикого. Во-вторых, данный специфический функционал PvE-режима располагается полностью на отдельной сетевой инфраструктуре, ведь по сути вы играете на наших серверах, только в закрытом режиме. На данном этапе выпустить всех игроков, являющихся владельцами EOT, не представляется возможным. Сейчас у нас просто нет необходимой для этого инфраструктуры и ресурсов. Мы наблюдаем за вашим недовольством и решили, что функционал PvE-режима будет доступен бесплатно всем владельцам EOT издания на этапе релиза игры, когда серверная инфраструктура будет доведена до необходимой мощности. Сейчас у вас есть возможность протестировать этот режим, купив Unheard Edition или обновившись до этой версии. Мы также решили предоставить 50% скидку при переходе на улучшение до Unheard Edition с Edge of Darkness. Лицо ребят, которые перешли без скидки, представили? Мы планируем отправить один бесплатный ключ Left Behind Edition всем, кто уже обновился с EOT до Unheard Edition по старой цене. Left Behind у нас стоит 2900 рублей на сайте. Но это примерно половина типа цены, которую люди заплатили без скидки. Ну а что им с этим ключом-то делать, у меня вопрос. Им продавать его где-то на каких-то интересных сайтах? Если вдруг кому-то ключик не нужен будет, пишите в личку или в комменты, разыграем среди комьюнити. Кроме того, чтобы любой игрок любой версии EFT мог опробовать PvE-режим, мы хотим добавить возможность приобрести отдельный ранний доступ к этому режиму. Для владельцев EOT будет действовать 70% скидка на покупку раннего доступа к PvE. Было бы интересно услышать ваши мысли по поводу этой идеи. Странное решение, честно говоря. Ну ладно, go в комменты, пишите, что думаете по этому поводу, интересно будет почитать. Далее, что касается особых предметов в Unheard Edition. Мы планируем внести ограничительные и балансировочные изменения для этих предметов. На этом Никита попрощался и сказал всем спасибо. Ну и будем следить за ситуацией, как она будет развиваться дальше. Достаточно ли будет этого заявления всем бунтующим и приведет ли это к тому, что бунт все-таки стихнет и остановится. Сейчас он, конечно, набирает максимально страшные какие-то размеры. Вчера это еще было все очень плохо. Сегодня, по-моему, не знаю, стихнет или нет, посмотрим. Спасибо, что посмотрел это видео. Я с тобой не прощаюсь. Мы с тобой увидимся обязательно в следующем ролике. Поэтому до встречи и увидимся в комментариях.